короче, кролик, смотри, типа, больше, бам, потом да-да-да, больше подписки Флорда, ой, что? О! Ой, извини, ни с кем не смогу. Короче, бам-бам-бам, Польша, полнейший, да-да-да, Хиросима, Нагасаки, вот это вот все, да-да-да. Вопрос, первый. Сигали, вы из космоса, что ли, приехали? Почему у вас горшки на голове? Второе, тесте дома выпустили, что ли? Вот тут сколько стоит? Что? Это сколько у нас? А у нас не рубрика выживания на Марсе? Нет. Блин. И мне кажется, дедоми уже немножко это там крышей поехал, да? А, ну я с тобой на Марс, все, все на Марс. Не-не, это мой Марс. Дед, погнали на Польшу, давай. Там, короче, 10 километров прямо, один налево, 2 градуса вправо и перпендикулярно параллели. Нафиг, ё-моё, свинтусы побежали. А кто на... О, Ерс, тут снова, давай иди туда на расстрел. Не-не-не. Да-да-да-да-да-да-да. Не-не-не-не. Мне вопрос, дед, ты опять что-то подготовил сегодня? Или что-то сегодня? Нет? Мы всего лишь тварь, мы марсиане, мы не лунная няня. Ой. Минус один. Сюда. Ура. Куда я полетел? Куда я полетел? Это что? Дед, ты где? Улетел. Походу, слишком сильные марсиане. Димчик, беги вперед туда, давай, я в тебя верю, мало. Так, а Бартик от красного, в красный бежать надо. Нет. Да, красный. Это красный, если что. Марсиане наши, вы видите, я угадал, видите, я правильно сказал. Но мы остались без двоих. Так... Кого на мясокомбинат мы пустим, а? Меня! Меня! Леон! А! Зиноси! Иди! Стучка, блин! Молодец, Барсик! Он меня толкает. Че нафиг происходит, господи, я не понимаю. Ой, у нас уже двое. Значит, я сегодня не подготавливал ничего, у меня нет абсолютно ничего. Просто я знаю то, что кролик из детдома приехал. Почему-то они марсианских мархеранские. Нафиг, сумма приехала. Марсианские. Тихо! Нафиг, Ерс! Ты нафиг куда пошел, голубенький? Мужик! Я подумаю следующую ловушку. Ёх, ты куда? Ух, тебе повезло, Леон, иди отрегенись ему туда. Полезнее будешь. Так, Барсик, а у тебя больше жизни, давай беги. Молодец, ловить. Все. Нафиг, голубики, ты куда побежал? Я ловушку обманывал, ну куда ты улетел? Потеряли пацана, больше не наберет, больше не прилетите, никто его не найдет. Ой, до свидания, Варда. Ух, тебе дох. Че? А, ему вообще пофиг, да? Да, ну нафига! Видите? Да! Ну хотя бы одного повел. Ну хотя бы одного нафиг, ну я вот обманываю. Блин. Нет. Сюда. Наконец. Я в последний момент вспомнил то, что там ловушка была. Нафиг, нафиг. Вардом пропал. Интернет. Да чё ты орёшь? Чё там за звуки? Я понять нафиг не могу. Ё-моё. Опа. Фух. Всё. Ё-моё. Ко мне давай. Чего? Нафиг. Господи, нафиг, еще один! Мужик, все. Все, мы идем дальше. У нас все сложные. Рамба. А не, сзади, вверху. Ладно, я тупенький был. Ну нафиг, ты что несешь? Ты где вообще? Я на ловушке закрываю, они не пройдут. Это твоя? Давай ты тут. Нет, я это не умею, Макс. Смотри, дед, это у вас по плану было то, что вы должны были в самом начале улететь на Марс и умереть? Нет. Вам же говорили то, что на Марс летать пока еще не придумали, то на Марсе там и жизни особо нету? Не дошло немного. Мы были первыми. Да. А, ну ладно.
Мы просто до Юпитера долетели, не до Марса. Он активирован. Давайте, идите вперед. Пика что, или я что-то вижу? Он активирован. Так, призраки, скажите, активирована ловушка? Ну-ка, стоп, это что? Это что за ветер? Я ему закрываю ловушки. Ё-моё! Побежали! Флорд, на меня не прокатит. Барсик! Как не говорит? А кто на ловушку нажал? Я сам на свою лук. Нафиг, у нас 5-1, ё-моё, чё у нас происходит? У нас сколько людей, нас нафиг 10 человек было, ё-дрём потом. Чё ему сказать? О, всё, не попал ни разу, ха-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 ха. Ха! Все, сюда активировал, все, хорошо. Нужно было подождать, пока они сюда бы пришли, я бы здесь сторожил, а ты бы там их всех почикал. Да. Ну, для вас, до вас осознание просто поздно доходит. Это самая продуктивная ловушка на Диком Западе. Это самая продуктивная ловушка, это точно. Я жду. А что ты лагаешь? Я в моменте, я в потоке. И в цементе. О, вот, да. О, все, я скелетов активировал. Ты куда нафиг лёг? Я расслабил так. Куда? Эй, чувапчичи, иди нафиг отсюда. Чувапчичи. На, чапала. Все пропали, выходи. Сюда. Уже все пропали, выходи. Уйди. Бомба? О, бомба нафиг прилетела сюда. Сюда. Дай ты тут, я тут. Сюда, бомба. Оп. 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 О, нафиг, 4 хп. Сюда. Давай ты нафиг. Да иди ты нафиг. А, стоп, чё? Как ты туда тэпнулся? Почему у меня ловушку сама активировала? В смысле, ты не... Дракон активировал. В смысле, дракон активировал? Только что взорвался. Я это сам увидел на своих глазах. Честно? В смысле? Ты что было? Прямом ловушки сами активируются. Я их не активирую. Я и пердак не активировал. И это а вот все марсиане. Это все марсиане. Марсиане прознали дзен. Они научились. Я нафиг стоял за территорией. Флор. Арси бананы. Беги. Я-то вижу решение. Спасибо, Барсик, что уступил мне. А, у нас даже менее игры, что ли, сегодня не будет? Да, не будет. Марсиане не одобряют мне игры. Они считают, что это лишняя трата времени. Я так и не понял, в сегодняшней серии есть какой-то прикол, дед? Или нет? Или у нас сегодня просто кролик вернулся из дома, и мы просто играем в обычный смертельный забег? Да нет, он просто кролик из дома. Просто кролик вернулся из дома. Хорошо, второй раунд. Ой, сколько вас там нафиг? О, трое! Да. Чё? А почему бы и нет? Уходи, мы марсиане, мы должны между собой... Ты два полудурка какие-то непонятные. Охренеть! Я Ане расскажу, я всё расскажу Ане, она про тебя всё... Нафиг я себе микрофон обтекал! Сюда! Давай назад! Она не активирована? Да, есть ловушка. Подожди, в этот раз мне уже не показалось. Нафиг уйди отсюда. В этот раз мне уже не показалось. Нет, тебе показалось. Ролик? Тебе показалось, Флорд. Это все Флорд. Тебе показалось. Ладно, я глаза протру себе, хорошо, без проблем. Давай, иди. Здесь ловушка еще не активирована, поэтому делаем вот так вот. Да, не активирована. Иди, находи ловушку, нафиг, дурачки, ну как ты вот нафиг, ну... Втроем. Печет. Лоханулись так. Ну, надеюсь, мне показалось, потому что, ну, такого не существует, вы понимаете? Ну, надеюсь, все. Ну, эту плиту встал просто. Нафиг меня подстрелили, ё-моё! А потому что нужно быть Нео из Матрицы. Да блин, это долбанный улей, это долбанный пчелиный улей, из-за него я проиграл. Потому что меня отпульнуло в этот улей, я потом не смог идти нормально. Зелёный, всё. Дед! Зелёный. Дед зелёный. Зелёный.
Нафиг иди, то ты Вадим! Давай! Это Вадим! Шевели, кол, все! Я говорил, я пророк! Говорили, все, туда давай пошел. Давай, 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 у нас времени, все, молодец! Макс, у них минус один, или нет, или... А когда он сойдет, он также будет... Спектр, нафиг. Кто взорвался? Даже... Они решили не активировать даже эту ловушку, я так понимаю, да? Ура! Так или он там был, он вышел. Кузнечик. В траве сидел кузнечик, тихий, как огуречек. Понял? Я ешь. Это не шутки, мы встретились с ежуткой. Вот, мы реально с ежуткой встретились. Вот, видишь, как обманка работает? What the fuck, это что? Подожди, у меня опять померещилось, что ли? Померещилось тебе? Мне все померещилось. Это... Померещилось. Тут птички летают, да? What the fuck? Хорош, Вадик. А давно у нас такие птички водятся? На смертельном забеге, нафиг. Вы прошу. Да не ори ты, мужик, там пострашнее что-то при... Ё-моё. Какая управление, кого нехватка? Птица ломаться, птица ломаться. Какая птица? Какая... Нафиг! Что за... Иллюзорная ломаться. Это пти, это what the fuck? Срочная посадка, срочная посадка. Еще один минус. Какой нафиг? Ядреный батон и... Уйди нафиг. Срочная посадка. Какой посадка? Так какая нафиг? Давай сюда. Чё? А, ты там что ли? Дед, ты где? Я тебя не вижу. А где кролик? Кролик-то где? А кролик, он... Он с дедом-то улетел на Марс. Ой-ой-ой-ой-ой, необитаем остров. Кролик-кролик, срочно. О, хорош, давай. Не повезло, не тартану. О, о, здорово. Ты что тут? Как вы тут нафиг оказались? Вас только что не было. Нафиг, а что-то вы будете? Ребят, показываю... Ну ладно, Димочка уже показала. Он две ловушки! Вообще, он сдох или не сдох? Он не сдох! Он не сдох, две ловушки. Короче. Сиди нафиг. Язык. Я, ой, нет, конечно. Чувствую, как Настя. Жаль, как... What the fuck? Девчик, уйдите, сейчас нафиг... Ты охренел! Ты охренел! У меня одна жизнь. Ты охренел! Дед! Ты за кого играешь? Акуна Матата, Акуна Матата. Да сам ты Акуна Матата, нафиг, дед! Где-то вселился в походу Херобрин. Порт! Дед, не надо, порт! Не надо! Нафиг! Что? Понял. У меня надо! Нет! Я твой внук. Нет! Все! Акуна Матата! Что у вас происходит? Акуна Матата? А вот это творится, у меня такой вопрос. Нет! А вот эта карта сломата. Чуть-чуть эта карта поломата. Ты охренел, ты сам мне карту перестраивать будешь? Какая Акуна Матата? Я же тебе нос сломата за такой Акуна Матата. Ты дебила кусок, ты что натворил? Ты иди с этим, ты не нормально. Куда нафиг? Ой, нафиг! Куда? Это что такое? Куда? Как стрелять? А, нафиг! Нет! Ты что за нафиг за пропеллер вышел? Куда?
В ананас. Кролик, нафиг ты меня объясни, что про... На... Что за дичь? В ананас иди. Кролик, я вообще не понимаю, что происходит. Вот так! Ваня, да ты что за пара? Нет, все, ухожу. Что за... Нафиг... Что за... Не, у меня больше галлюцинации, я не знаю. Я хочу самолётиком помпом. У меня может галлюцинации. What the fuck? А еще они осуждаю. What the fuck? Они водить еще не умеют. Это не я же один вижу. А там нам это. У тебя глюны, шиза. Третья степень. Первый, давай. Давай. Не уйду жизни, нафиг иди ты. Не уйду жизни. Я как бы тренированная. Хорошо. Ты что ты там пищишь? Я дышка, давай, дед, работаем. Вот сюда. Сюда. Хорошо. Ну смотри, берешь вот так вот и нажимаешь. Девчик, ты бел, нафиг, как бесстрашный какой, у тебя ноль жизни, ты... Подожди, нас, раз, два, три, стой. Нет. У нас три человека осталось, с учетом того, что у нас два полудурка летают на самом... Нафиг, ё-моё! Господи! Нафиг! Help us, please! Help us, please! Нафиг, это что за дичь? Тоже бы монтировка, дед, нафиг бы, у нас не вторая мировая, там не третья. Вот пусть не вторая мировая. Чумачище ты, дед, нафиг, вы что там натворили? Два аха. А, что? Стой, самолет разбился. Что за дичь? Ой. Я тут. Сигма-крипер. Нафиг! Помогите! What the fucking кролик, ты нафиг там? Дед живи! Что за... Нафиг, что взрывается? Давай, сейчас самолетик свой починю. Давай, ты, короче, иди. У нас время нафиг идет, у нас осталось пару минут, ё-моё! Кузнец, у меня одна жизнь. Кузнец, у меня одна жизнь. Молодец, кузнечик, нафиг вы что на крыше там забыли? Вот они, нет, нафиг! Чё, какой обстрел? Какой нафиг обстрел? Нафиг! Ты сумасшедший, дед! Нафиг, кузнец! Короче, дед, руки, Где они?
Ну ладно. Нафиг! Нафиг! Где финиш? Финиш!